Хор педагогического университета – лауреат всероссийских и международных конкурсов. Коллектив носит звание «Народный». Основатель и бессменный руководитель – дирижер хора Лариса Филянина. Репертуар коллектива разнообразен. Классические произведения русских и зарубежных авторов, песни военных лет современных композиторов. Этот концерт в Димитровграде был посвящен двум праздникам – 9 мая и Светлой Пасхе. Мои впечатления от этого замечательного концерта, конечно, очень положительные. И сегодня, в неделю Светлой Седмицы, как раз-таки уместны такие песнопения на пасхальную тему. Под большим впечатлением, конечно, чувствовалось проникновение вот это вот, особенно когда пелось акапельно. Публика очень благодарная, очень теплая, очень любвеобильная. Нас всегда хорошо принимает. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. «Наше время».